Сегодня утром в микрорайоне Мацеста активисты высадили саженцы ликвидамбров. Эти деревья – местная достопримечательность. Акция прошла под девизом «Аллею сочинцам здоровья новому поколению». У нас это историческая аллея, которая была заложена еще 80 лет назад. Вот. Более 60 деревьев просто высохло и пропало. Поэтому мы вынуждены были их просто убрать, спилить. Но на их место было принято решение вот с помощью общественности, с помощью администрации, с помощью школьников, с помощью наших депутатов и ветеранов восстановить эту аллею для будущих поколений. Это очень доброе дело, новая жизнь. Вот. Я надеюсь, что эти деревья вырастут, и мы лет через 30 приедем и посмотрим, что вот наши труды. Каждое новое дерево именное на табличках, имена людей или названия организаций, которые их высаживали. Конечно, у меня дача там, буду проезжать, и все будут говорить: о, это мое дерево, романовское. А важно это не просто для меня и для простых жителей, а и нашему молодому поколению. Добровольцы обязались ухаживать за своими саженцами, а организаторы акции планируют сделать ее традиционной.